немножко хочу вас погрузить в это место. Я был здесь где-то в прошлом году летом. Сейчас я дальше глубже пробежал в лес. Я помню это место, один раз я сюда забегал. Слышите, как прекрасно. Кстати, вот здесь я занимался зарядкой. И в прошлом году это свежеспиленные бревна были. То есть они такие были желтенькие, такие свеженькие. Но сегодня уже они такие. Так, ну вот. Здесь мы прямо сейчас и зажгем. Давайте покажу красоту. Сзади меня. Вот. И почувствуйте, услышьте голоса птиц. Даже не хочется включать музыку. Скажу, чтобы на этом видео, ну, чтобы не было музыки. Просто ошеломительно. Вот, смотрите. В прошлом году я здесь, по-моему, первый свой шорт публиковал. Удивлялся этому дереву, что даже вот такие мощные деревья могут падать, потому что они гниют изнутри. И проводил параллель, что у нас внутри, скажем так, находится источник. А будет ли он для нас источником роста, либо источником разрушения, зависит только от нас, от наших мыслей, от наших действий. Вот. Да, стандартные звуки. Ну что, поехали. Поехали. Знаешь, применяй. Я хотел немножко по-другому назвать видео сначала. Владеешь информацией, владеешь миром. Но потом подумал, а какой смысл от того, что ты владеешь информацией, если ты ее не применяешь? Так вот, самая важная суть в этой фразе заключается в применении твоих знаний. Не то, что ты знаешь, а то, что ты применяешь благодаря своим знаниям. И это самая главная фишка успеха. Если ты знаешь, начитался книг, наслушался там разных наставников, там на, не знаю, находил, походил по вебинарам, посмотрел всякие там онлайн-трансляции, вот, и ты обладаешь огромным количеством знаний, но ты их не применяешь, считай, что ты ничем не владеешь. Ты можешь говорить, рассказывать, но роста не будет. Рост будет тогда,
когда ты на практике эти знания применишь, именно практика даст тебе рывок и добавит роста. Да. Слушайте, как прекрасно эти звуки, прям со всех сторон. Так вот, когда ты знаешь, нужно применять. А как применять? Сразу. Чем меньше времени проходит от получения твоего знания и применения его, тем КПД, вот это вот применение максимальное, выше он максимальный. Чем дольше времени проходит, ты вот, допустим, узнал что-то, а потом просто не решился. Просто сказал, давай завтра. А завтра что-то случилось, и тебя, короче, на послезавтра. А там еще что случилось, я просто не могу. Проходил мимо, думал пройти. О, нет, друзья, это вам надо показать. Вот такую вот красоту. Какая прекрасная трава. Слушайте. Надо пару цветочков супруги сорвать. Пару веточек. Как вы думаете? Я думаю, лес на меня не обидится. Просто супер. А запах какой ароматный. Ну что, 5 цветочков хватит. 4. И 5. Вот такой вот. Такой вот букетик своей супруге отнесу. Любимый. Класс. И чем дольше ты выжидаешь, тем меньше шансов, что ты вообще что-то сделаешь. И вот когда, допустим, люди читают книгу, часто сталкиваются с тем, что вот мысли такие, я сейчас дочитаю книгу, а потом применю. Нет, нужно каждый день знания, которые ты получаешь от прочтения нескольких страниц книги, применять сразу же, в этот же день. Как? Как применить эти знания? Просто возьми блокнотик и напиши задачи на завтра. Задачи на завтра и представь план этих выполнения этих задач. Какие шажки для того, чтобы тебе выполнить, прям выполнить, применяя эти знания. И все. Ты будешь расти. Ты будешь расти прям на практике, применяя знания. Ты мало того, что набираешься опыта, ты эти знания будешь в себе укоренять, потому что каждое действие будет тебе давать опыт и запоминать. Мозг так работает, что каждое действие он запоминает, и потом ему легче, потом он может расширять свой спектр и так далее и тому подобное. Это очень классно. Наш мозг создан для того, чтобы творить и создавать. Ну и, конечно же, рептильная часть мозга за безопасность, она бывает, что мешает. Но с этим просто берешь и борешься каждый раз. Вот так. Короче, желаю вам всем классного настроения. Вот такие вот цветочки подарю супруге. Классной пятницы. Максимально, максимально заряжайтесь, максимально вдохновляйтесь. Творите, создавайте и применяйте. Пока-пока.